Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией – одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение». В прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 50 миллионов граждан Российской Федерации. В этом году этот показатель может достичь 87 миллионов. Получить направление на диспансеризацию легко. Достаточно записаться через сервис «Мое здоровье» на портале госуслуги или по телефону поликлиники. Для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт и полис обязательно медицинского страхования, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В рамках губернаторского проекта «Содействие» двор, расположенный по адресу Галактионовская, 27, Венцека, 72, в этом году получит новую жизнь. Глава района Роман Радюков перед началом работ встретился с представителями подрядной организации и с жителями. Как сообщает телеграм-канал Самарского района, власти поддерживают инициативу и берут на себя работу по грамотному планированию территории с учетом особенностей двора и всех пожеланий жителей. Глава Кировского района Игорь Рудаков продолжает встречи со старшими по домам, председателями ТОС, активом проекта «Мой дом». Там жители знакомятся с изменениями нашего региона и района за последние 5 лет. Задают вопросы, получают ответы на свои проблемы. Очередная встреча прошла в Самарском техникуме промышленных технологий. Игорь Рудаков по традиции наградил самых активных за организацию голосования по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В качестве одной из дополнительных мер соцподдержки семей с детьми Департамент опеки, попечитель и соцподдержки Самары предоставляет единовременную выплату родителям-близнецов, зачисленных в первый класс. За оформлением выплаты нужно обратиться в МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения по месту регистрации до 30 ноября. Также оформление выплаты доступно на портале госуслуги. Необходимым условием предоставления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. Подробную консультацию можно получить по телефону 332 0 764.